по форматам физиологии. У меня еще больше начал укладываться материал, именно практическое применение использования мудр, то есть использование сигнальных точек для рефлексов и иннерваций, для того, чтобы процессы больше ускорялись, потому что, ну, по сути дела, ну, таким образом сохраняется то самое время, и баланс, который мог бы протекать там целый день, он, ну, способен уложиться в час, в полтора, ну, в 2 часа. Вот я, наверное, где-то за час справилась, за полтора. Вот. А состояние у меня хорошее, жду следующих курсов. Вот. Надеюсь, ну, я понимаю, что по вот этому форматированию физиологии мое нынешнее состояние можно очень серьезно подправить, потому что как раз-таки восстановление внутренних процессов течения, да, вот этих обменных процессов, это как раз-таки вот в этом курсе. Ну, то есть то, что я могу подчинить мышцами, это мышцы, но есть такие вещества, как микроэлементы и процессы между ними, и это как раз-таки форматирование физиологии, оно начинает туда заходить, и уже эта помощь самому организму получается даже. Вот. Я вообще, у меня какой принцип? Как я работать буду в дальнейшем, я не знаю. Я не сильно хочу работать прям напрямую с клиентами. И я некоторое время назад для себя поняла, что я обучаюсь прежде всего для себя. То есть я себя привожу в порядок, я нахожу ресурсы, инструменты, и потом, ну, таким образом восстанавливаюсь, становлюсь интересной, вкусной, ресурсной, важной, полезной для мира и способной, ну, и способной отдавать и делиться с другими. Вот. Да, эти балансы, они очень классно работают, иногда непонятно, иногда понятно. Но это про все вообще сеансы. Вот. Но я довольна. Я жалею на самом деле, что я не пошла к вам раньше, когда я была более ресурсная, и, возможно, тех ситуаций, в которые я попала впоследствии, ну, я бы их прошла либо бы мягче, либо вообще мой жизненный путь сложился бы другим путем, моя жизненная история. Но как произошло, так произошло, и я очень благодарна, на самом деле, нейрокинезиологии, вам, потому что именно этот метод помог мне восстановиться и начинать восстанавливаться, потому что психика психикой, но есть такой процесс, как тело, и сегодня вы уделяли внимание вот этому естественному изнашиванию организма, особенно когда о нем не заботишься, и даже когда заботишься, все равно время дает о себе знать, циклы использования дают о себе знать, которые никуда не отменить. Но их можно поддерживать. И как раз-таки вот именно курс форматирования физиологии, оно вот, ну, я так чувствую, и насколько вот я поняла на данный момент, оно позволяет как раз-таки заботиться о теле. Не через вот эти вот истязания, там спорт, диета, пробежки, да, вот это вот изнасилование тела чрезмерной физической нагрузкой, а через какой-то внутренний диалог, понятный подсознанию и клеточкам внутри тела.